Центре олимпийской подготовки по боксу прошло открытое первенство среди юношей 97-98 годов рождения – Кубок губернатора Омской области. Соревнования проводятся с 2004 года. Для юных боксеров турнир имеет большое значение. За победу в нем присваивается первый спортивный разряд. Для меня это очень важно, потому что это Кубок губернатора, отборочная на первенство в Сибири. Если я турнир выиграю, то я поеду на первенство в Сибири. Сильнейших выявили более 100 спортсменов, которые представляли все омские клубы, а также 6 районов Омской области – Тарский, Тевризский, Исилькульский, Калачинский, Щербакульский и Тюкалинский. Ребята соревновались в 13 весовых категориях. Порядка 7-8 лет мы проводим эти соревнования. Вот, и именно проводим по возрасту ребят, которые, ну, можно так сказать, делают первые основные свои шаги в боксе. И, конечно же, такие турниры нужны именно для того, чтобы они набрали опыта побольше. И этот турнир очень значим, что сюда очень часто приезжает много ребят из области, из районов. 3 дня соревнований, и вот они, имена победителей. Дмитрий Зимеров, Ильяс Чекпаков, Паша Амаян, Александр Савенко, Анатолий Бабуров, Дмитрий Харланов, Павел Царев, Владимир Фалалеев, Ярослав Афонин, Константин Белоглазов. На этих соревнованиях мы уже отбираем сборную команду области для участия в первенстве Сибири, первенстве России. То есть здесь появляется сборная команда, скажем. И, то есть очень яркие ребята и очень интересные. Помимо медалей и призов, победители соревнований завоевали и право представлять Омскую область на первенстве Сибирского федерального округа, которое пройдет в конце января 2013 года в городе Минусинске Красноярского края.